Идем дальше. 207. Это будет забег на матч. Классная активка. Кто-то выиграл. Кто выиграл? Йокая выиграл. Какой кошмар. Победа. Надеюсь, его нету. Так, C609. ECGE. Блять, он здесь. Все же он здесь. Блин, жаль у него сапка. Если бы мог ему сапку подарить, тогда бы он без песни бы остался. Эх. Мы могли избежать аниме, но у него сапка есть. Жаль. Ну ладно. Так, скорость опять в говне. Дэмэдж в говне, но тирает нормальный. В принципе, активка, ей даже можно пользоваться маленько. Если я найду хп лишнее, то можно даже ее нажимать иногда. Пиздец, меня сейчас выебут нахуй. Просто выебут. Меня окружили просто ебаные эти гоблины. Просто нахуй окружили. Ключ дали. Так, больше пока я не могу эту активку и использовать. Пока больше не могу. Конечно, уже было бэкстебер на старте. Уже сегодня был 20 раз на старте бэкстебер. За один раунд до этого. Привет, Машрум. Да, муха зависла. Ну, окей. Там есть Сакрума, но с ней пока вроде ничего не получается, по-моему, все равно. Хотя можно было оставить хелсап, потому что это full health. Я мог найти еще хп сейчас босса, например. Опять карманы можно взять. Ну, хотя ладно, вряд ли их возьму, сильно дорого. Денег вообще нет. Думаю, не хватит. Все же, думаю, не хватит. Двести нормально. Больше 100 уже неплохо. Нормально это VR. Все, что до VR, это хуйня. И даже VR хуйня. Нормально 1000+. Я же говорил уж. Вот 1000+, это нормальный стрик будет. До 1000, типа, ну так. Ну пойдет. Больше 100 уже пойдет, а дальше, в принципе, до 1000 стрика это уже, типа, ну нормально. Ну так-сяк. Ни хорошо, ни плохо. Просто стрик. Ну, 500 плюс стрик, наверное, скажем, хороший стрик, раз. Это половина 1000, скажем, это, ну, нормальный стрик. Вернее, нормальный больше 100, а хороший больше 500. А охуенный 1000+. Давайте так скажем. Ну, типа 100+, это уже хорошо, все же. Это типа уже типа не стыдный стрик. Все же. Все-таки 3 цифры это 3 цифры. Это уже норм. Но 500 совсем норм. А 1000 совсем норм. Я знаю, но я не могу это исправить. Меня шрифт троллит. Я не хочу это сейчас все там ломать.
У тебя весы и цифры показывают норм. Ну, наверное, да. Чё бы и нет. Там чем больше, тем лучше. В основном. Или наоборот. Я не помню. Еще хелсап. Ну вот да, вот мне дали хелсап реально. Но я бы все не стал бы нафармить из Сакрума, наверное. Потому что я бы потерял бы синий хп. Это делать не хочется. Ладно, пофиг. Unknown. У меня три красных. Вроде. Три красных, два ключа. Сейчас почти все машины через 2-3 года в говнище превращаются. Максимум 5 лет. Ты вообще о чем? Сейчас вообще нет машин, которые типа делают лет на 10. Их в принципе нет больше. Эта эпоха ушла еще в 90-е годы. Дети, вы о чем? Скажи, сейчас какая-то BMW эти кто-то делает, которые будут, типа, 10 лет будут ездить без ремонтов. Которая едет 5 лет, а потом ты встаешь на полляма ремонта. Ага, конечно. Надежность бешеная. Кто-то в эти сказки еще верит? Так. Блять. Я хочу это уже выключить. Я нажимал лезвие, я не помню. Блин, сраный unknown. Нажму один раз. Привет, Проксел. Три ключа. Привет, микро. Это не ключ. Туда, мам. Ну и потому что тринкет. Тринкет дает мух сакашек. О. А это я хочу, но опять, видимо, автомату тяжело будет. А, я даже не куплю это. Сука, одна копейка. Блять, серьезно, одна копейка? Камон. Дай копейку. Это не смешно, это не смешно. Одна копейка. Где-то, может, какашку оставил.
Ну, типа сундук остался, но я его и так не заберу, да? Полет нужен. Так, а что у меня по хп? У меня три красных, да? Три красных и... Два синих или три синих? Я не помню, сколько у меня синих было. Я думаю, все равно пойду, думаю, на сделку. Все равно схожу. Пиздец, килдама, конечно, отдачу имеет нереальную. Просто потрясающую. Пирзап. Сделка тотальная, ахуй. Сделка нереальная, ахуй. Сука, так и не нашел копейку. Но я могу пройти в Кёрсруму. Блотрайцем, правда же могу? Конечно могу, у меня три красных. Найти в ней нихуя очевидно. Пфф, ладно. Увы. Увы. Бомба в магазин, даже если была, мне все равно она нихуя не даст, наверное. Не, конечно, можно попробовать. Бомба есть. Кстати, мне даже стоит ее купить, наверное. Ну, типа, секретку, во-первых, я могу не найти. Во-вторых, там денег может быть меньше, чем мне надо. Можно сундук открыть попробовать. Может, сундук будет мега охеренный. Такое может быть, такое может быть. Верим в сундук. Ну, почти. Ну, почти. Не совсем. Да, карту я куплю. Карту я куплю, потому что карта тоже может быть полезной. Раз все равно я не покупаю свечку. К сожалению. Ладно. Что поделаешь? Что поделаешь? Вообще, конечно, активка маленько страшная. На ласта. Блять, я думаю, я почему-то там смогу обойти. Я был неправ. Так, зеркало, полагаю, будет снизу. Хотя, может быть, в той пипке сверху. Может быть, не снизу. Как же муха работает. ХП. Сначала ХП. Это бомбы мне гарантируют почти, поэтому я думаю, это стоит брать все равно. Бомб в теории может не хватить все же. Так, теперь я, в принципе, могу их тратить спокойно. Окей, тут зеркало. О, тут, кстати, мечный бутыл. Бомбы, да, я думаю, скорее всего, убьют ласта. Так что надо либо найти бомбы, либо там их не юзать. Одно из двух. Ну, насчет, конечно, бомбы бесконечные, это, конечно, не совсем правда. Но бомбы теперь есть.
каком-то масштабе. Ну хотя, а, ну да, потому что у меня это плацента, ну такое себе. Фармить, конечно, бомбы плацента, это, ну... это, конечно, уже перебор, наверное, будет. Но в теории, да, так можно фармить. Если уж сильно припрет. Не, ластом я не буду бомбы использовать. Надеюсь, я найду бомбу. Хотя бы одну. О, нашел. Мне как раз нужна одна бомба, чтобы повязать ее на Tinted Rock в зеркале. Ёпта. Опасно встал. Я думаю, это уже будет полезнее. Я думал, ласта убивает всегда. Потому что ты типа хп отнимаешь, а ласту хп отнимать нельзя. Он так не умеет. Думаю, даже в зеркале так же будут работать. Я сейчас и активка, и бомбы убьют ласта, если я их запрокую. И то будет смерть. Капец он душный. Капец ты душный, ёб твою мать. Знаешь что? А, я думал, этого хватит. Почти хватило. Спидап. Господи, опять какой-то душный нахуй старт. Бум. Я не пойду в шахту сразу. Кстати, могла бы тролль-бомба в теории. Было бы смешно. Сейчас эта тролль-бомба, если взорвала бы зеркало. Это была бы умора. Вот это была бы хохма. Плюс планетарий. Возможно. Это возможно. О, плацента гейминг. День душного Эдена. Душат. Какой секретки? Так, пошли отсюда. Не, прошлое где-то с кейфсов разогналось. Плюс-минус. Кёрсы мог, но у меня хп опять же мало. Мне даже хп мало, чтобы хуйню фармить. Я не хочу сейчас с тобой хп терять. У меня билда нихуя абсолютно нет. Чтоб я прям так хп сейчас разбазаривал на эти мемы. Да. И
блин, уже ебут. Пока что не до мемов. Я тупо есть тирейд, но этого мало. Я все еще 2,7 дэмэдж. It's like she's fucking five. Спасибо за 125 проксила. Бомжа взорвать. Каким образом? К нему не подойти. А, полет есть, ладно. Но я уже нашел другую руму. Мне эта рума больше нравится. Так что ладно. Ну да, я забыл про карту, ладно. Справедливо, справедливо. Куда же их? Ну, по итогу Blood Rites пока даже как-то используется плюс-минус. Причем, если у меня сейчас был бы треугольник ангельский, это было бы вообще смешно. Я бы получал за каждую руму еще и красный хп, да? Если бы его тратил. Вот это была бы синергия смешная, наверное. Вот тут взорву. Какое-то, по-моему, новое аниме. Какому, по-моему, такого еще не скидывали. Или оно мне все уже одинаково, я просто их уже не отличаю просто. Ладно, я их и раньше не отличал. Кого я обманываю? Как будто я эксперт аниме. Тохо не аниме? Не аниме, а просто говно? Кек, да, был? О, кэшбэк. Модем. Я даже скорее это куплю, а не модем. То полезнее. Кек. И прям полезнее. Жаль, хп потом не дали никакого. И тут дали хп. Так, вообще... отойду ненадолго, заодно вам ставку сделаю на новый ран, потом без перерыва. Давайте ставку на стартовое хп, даже можем минут на 5 наебануть или даже на 10. Как раз ушел от аниме, да, но уже, блять, закончился. Я не ушел от аниме, к сожалению. Ладно, сейчас вернусь.
Ах. Убрал. Ты кто? Я Блёбик. А еще я забыл, куда я шел. Подожди. Мы еще в Киевсах, нам в шахты, да? В шахты. Мы идем в шахту. Ханжои нет. Первая часть. С ума сойти. Так, и чё? Подожди, ну чё там осталось? А, на это можно бахнуть. Хотя, блин, вообще-то до 10 было бы, наверное, лучше, чем, наверное, лотерайц, но, блин, денег мало. Что это пытаться выбить. На, нахуй. И еще на. А, ты прям под костер ударил, соки. О, это еще часть конжойда. Окей. Офигеть. Вот это польза, конечно. Вот это польза. Ну-ка. Окей. Билд, конечно, просто охуеть и не встать. Просто сдохнет нахуй билд. Нереальный. Ну ладно. Видимо, сегодня день такой будет. День охуенных билдов. Ну, хп много, по крайней мере. Хп реально много. Привет, жесткий бибер. Еще одна кнопка осталась. It's like she's fucking five. И снова аниме. Я испугался. Я знал, что кто-то может испугается. Но у меня блод бомбы, так что мы в порядке. Спасибо, просто отсюда спать. Еще. Как убежать? Невозможно. Просто невозможно. Сначала ищем магаз. Да, в смысле? Типа нужно все три, что ли, нажимать, чтобы дали мешок? Что, троллить? Или там рандом? Какая откроет? Ой, мультики уже поздновато, по-моему. Прям очень поздновато. Для мультиков. Костя, кайф. Костя, кайф. Кость это хорошо. Вау, очень далеко была последняя кнопка. Очень далеко. Опять Тарума. А, эта хуйня походу еще и сидит, что ли? Подожди. Там был такой же враг, да, по-моему? О, спасибо. По-моему, враг был тот же самый с первой кнопки. Забавно. Если это еще и сидит дрянь просто по комнате. Всегда одинаковые спауны. Тогда можно больше этим и не заниматься никогда в жизни.
Такс. Добираем нож, добираем руму последнюю. А ты еще рума есть у тебя? А, я думал, он умер. Не увидел его. Не заметил. Бля! Ушел. Ушел. Шел, шел и ушел. Успел. Кстати, 0 бомб, 0 ключей. Охуенно. Просто охуительно. Не рано, сказка просто. Погоди. 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 Ну-ка, блядь. Стой. Нет. Нет. А, думаю, нет, все же. Жаль. Это какое-то странное аниме. Потому что никто не пищит, видимо. Всю песню. Получается инструментальное аниме. Такое тоже бывает. А, это было караоке. Получается, мой провал. Там нужно было подпевать, оказывается, окей. Ну тогда... Тогда получается в другой раз. Я слова забыл, этой пис. Там типа пятак. А, я понял, там надо бочку бахать, но это того не стоит. У меня деньги вроде есть, а так. Не стоит того эти телодвижения. Не подпевать, а подпевас. Подпевас только на НФС. То на выходных, может, опять будет. Подпевас на НФС. Вообще-то, все же я это куплю, наверное. Батарейку и мультики вроде покупать не сильно хочется, прям совсем нет. Прям ну вот ну совсем не хочется. Я надеюсь, да, на 5.55. Даже на САП 5.55 я надеюсь уже, ну посмотрим. Типа там очень много таймсейва. В тех сплитах. Тут еще хочу ранжикса глянуть маленько, стейджи последние. Может быть, что-нибудь пойму, где я так сосу сильно. Где-то явно сосу очень сильно. Но, скорее всего, на урелах я много теряю. Прям очень много. Шоу. У него тупо все урелы на секунду быстрее, по-моему, в среднем, чем у меня. Как бы это уже много. Типа я просто их вообще никогда даже не пытался их нормально ездить. А что я делаю, если Full House? Что за хуйню я делаю? И зачем я это делаю? Как много вопросов, так мало ответов. Я думаю, пошли отсюда. Нож есть, нож есть. Все, можно валить. Блять. Кнопки ничего не дадут. Упс. Дабл дэмэдж в этой руме будет. Только у меня, а не у них. Это печальная хуйня. Кстати, блотрайс вроде не работает на дабл дэмэдж, так что... Можно использовать.
Портал живучий. А, у меня так, у меня все еще 2,7 дэмэдж, ёб твою мать. Вот в чем прикол, я думаю, что за хуйня. Я же дамага так и не нашел вообще никакого. Тут, ну, нашел кости, типа, кости, конечно, норм, но, блин. Дамаг все еще 2,7 при этом. Капец. Ну и забег. Ну, в принципе, с костями неплохо, и тирейд хороший, поэтому... Вроде особо не замечаешь проблем пока. С этим браном. Терпимо. И главное, полет есть. Полет хороший. Полет сильно помогает по жизни. Есть еще прикольное. Воу. Удачно. Не видел, что он там показал, правда. Не заметил, что он показал, но надеюсь, не айтем. Пока. Ясно. Это много сердец. У меня в глазах плывет этой румы. Пиздец. Конечно, смешная комната, конечно. Соснов. Ну еще у меня нет опции. Опции могут дать второй айтем. Шопер. Имперор. Диаманты. Еще имперор. Вау. Вау. Не скучаем. Давайте не скучать. Ну, сразу. Бля, берсерк. Значит, и берсерк можно было забрать вместо блотарайца. Ну ладно. Спасибо за 200 рублей на ним. О боже. Это, кстати, конжойнт. Какая страшная песня. Имперо, да, кидает в босс-руму. Теперь у меня 2.04 дамага, да? Может быть, даже не стоило брать конжойнт. Ну, типа, кости. Кости вроде это прикольно все же. Трипушот на кости. Плюс скоро будет негатив. Так что снова будет дэмэджа побольше. Господи, атаки я даже не помню, что такие атаки у него были. What the fuck. Еще дамага нет. Все атаки его сейчас увидим, наверное. Такими темпами. Победа. Но опять же, а нахуй мне берсерк на 2 дэмэдж? Что я с ним буду делать? Правда, мне конжойнт есть. Ладно, с конжойном все-таки, может быть, и надо. Пускай будет. Пускай будет. И, в принципе, можно было, наверное, мальчика дофармить, наверное.
Так, убежим. Левый нижний угол. Сейчас на мать хан. Господи, даже с берсерка не могу портал нормально убить. Ой, здрасте. Блять, два... Три синих за весел. Вы что, троллите? Я надеюсь, что если будут патч, они эту хуйню исправят. Эти ебаные цены на сделки. Конченые. Ну, конечно, нихуя они не исправят. Там, если кто не видел, там Эдмунд опять спросил, типа, за топ-10 самых херовых айтемов. Якобы на фучер апдейт. Где фучер это не для меня, типа, апдейт, а который, типа, в будущем апдейт. Возможно, якобы. Но, во-первых, я бы, в принципе, этому бородатому челику бы не особо бы верил. А во-вторых, это будет ебаный Николес апдейт, и это будет параша просто уебанская. Скорее всего, потому что Николес настолько хуёво все делает в своей жизни. Что как бы я бы в принципе лучше бы этого особо бы не ждал бы. Что этот патч, которого, по-моему, просто лучше бы его просто бы не было, этого патча. Тут, кстати, кнопка. Я не знаю, не смотрел, что там люди пишут. А сам об этом никогда особо не думал. Да не знаю, много этому полубесполезных. Которые, типа, я вообще никогда особо не использую. Но говорят, шейд вроде уже переделают, якобы. Это вроде у Тайрона было на стриме. Типа, шейд даст какого-то вроде бессмертного челика, который будет ИИ управлять. И он будет бессмертным. Якобы. Но я не заходил на стрим к этому Тайрону, потому не в курсах. Юла, кажется, довольно бесполезна, хотя, ну, типа, она дает орбиталку все же. Что все, почти вся этом они чем-то как бы полезны. Вот буквально почти все. Они хоть что-то делают. Поэтому сложно сказать, чтобы они были совсем бесполезными. Не, Юла даже без книги бета не норм, потому что это все же орбиталка. А орбиталка это все же, ну, уже польза. Как же меня, блять, ебут, ёб твою мать. Какой же рангалимый, ёбаный ты в рот. Еще импер, нихера себе. Звук нет, у меня звук никогда не выключен. Это, я тоже это слышу. О. Вот даже это может быть лучше, чем берсерк. Вот на самом деле. Вот даже это, возможно, будет интереснее. Такс. Таблетки есть нельзя. Посмотрим секретку вторую. Посмотрели, охуели. Блудбэк, видимо, не получаем, да? О, получаем локап. О, опять тот самый локап из нуля удачи в ноль удачи. Мой любимый локап. Ну ладно. Похуй. Окей. Прям неплохо прокат вроде. Жаль, 9 вольт нет. Печально. Было бы 9 вольт, было бы вообще хорошо. Было бы совсем хорошо. Кто меня трахал? А! Я тебя даже не заметил, уёбище. Нихуя уж эта песня звук игры перекрывает. Я так много не услышу. Не услышал, не увидел. И сделки нету.
Ну, смешной сид, смешной. Просто x2 дэмэдж с одного он негатива. Просто x2 дэмэдж. Ну, сейчас, думаю, пойдет повеселее все же. Бабах. Блять, муха дожит, я не понимаю, куда дожить из-за нее. Ломает паттерн маленько. Ну, муха, конечно, сейвит. Муха сильно сейвит. В тайминг. Закончили в тайминг. Hello, Eki. Defeated Ultra Grid with the Lost. I share this because I am happy. I wish you a good day. Thanks, man. And congratulations. Ultra Grid is ultra shit. Бронявое чудовище. Благо бомба есть. Можно использовать. Удача, окей. Кроватка. Ключи уже, по идее, не пригодятся, можно тратить. О, да. О, да. О, да. Сюда эту хуйню. Все, нормально. Это того стоило однозначно. Это того стоило просто абсолютно однозначно. Нормально. Вот это мы удачно, конечно, инвестировали ключи, получается. Очень даже неплохо, по-моему. Лол. Тоже, думаю, поздновато маленько. Но активка прям хорошая. Активка сильно хорошая. She's fucking five. Привет, Рейн. Спасибо за 100 рублей. Блять, запушил, сука. Бьется, его убью сразу. Пусть я подумал, это Альф сначала. Аж охуел. Так. Так. Понял. Понял. Окей. Босс наилучший из возможных. О, вот плюс дэмэдж. Уже не будет. Или будет. Врагов много дают. Что-то нихера, да, походу, не хочешь пропать. Ага, ага, ага. Вот это по-моему, довольно редкая атака, по-моему, когда он такое кидает. По-моему, довольно редкая атака. Я очень редко вижу в этом файте. Еще хп, окей. Потрясающе. Ну, погнали. Думаю, это будет долгий файт. Так, я нихера не вижу. Я нихуя не вижу, блядь. Есть проблема в этом билде. Особенно, когда я юзаю эту штуку.
возвращаю. Охуеть. Ладно, в принципе. Очень долго получилось полно на первой фазе. Ненадолго зависли. Много денег лишних. Блять, Трай Бэбик, вернее этот Фарт Бэбик, поломал атаку. Раньше пернуло. Геге. Два странных рана подряд. Бывает. Двести семь.